В Украине сегодня почтили память жертв большого террора, так называют масштабную кампанию репрессий в Советском Союзе, которую инициировал Иосиф Сталин. 5 августа – фактическое начало выполнения пресловутого приказа НКВД об аресте антисоветских элементов. В Киеве провели акции, посвященные трагедии 1937-1938 годов. Это была самая массовая чистка за всю историю существования Союза. По приблизительным подсчетам историков, каждый день расстреливали около 1000 человек. Судьбу людей решали так называемые трупы. То есть три сотрудника НКВД, которые олицетворяли собой суд, следствие и исполнение приговора. За два года в Советском Союзе арестовали 1,5 миллиона человек. Из них около 700 тысяч были расстреляны.